Спасибо, Дима. Уникальное природное явление наблюдали сегодня жители всего мира. Полное лунное затмение не обошло стороной и Кировскую область. Несмотря на морозную погоду, в назначенный час около 17:00, когда затмение было в максимальной фазе, на смотровой площадке собрались люди и смотрели на Луну в телескоп. Хотя увидеть спутник Земли в тени можно было и без специальных устройств. Кстати, такое явление происходит нечасто, рассказали кировские любители астрономии. В следующий раз это произойдет только через полгода, 27 июля. Затмение было интересно тем, что Луна уже взошла затмившаяся, то есть ее было поначалу вообще не видно, а потом она тихонько начала появляться, вот сейчас уже, когда стемнело, Луну уже немного стало видно. Вот, и сейчас уже затмение подходит к концу, и мы будем наблюдать теперь частные фазы, когда уже Луна будет выходить из тени Земли.